В Муравленко стартовало первенство по военно-прикладным видам спорта «Патриот». За переходящий кубок поборются 5 команд многопрофильного лицея и колледжа. Студентам и лицеистам предстоит преодолеть 6 этапов первенства. Сегодня они показали навыки строевой подготовки, плавания, знания в конкурсе «Я гражданин России». Впереди у участников стрельба из пневматической винтовки, разборка и сборка макета автомата Калашникова и атлетическое многоборье. Участие в игре, как мы ее называем, оно приносит вам не только результаты видимые, это еще и командообразование. Это еще и знакомство с друг другом. Это познавание собственного «я». Когда, казалось бы, мы все герои, все большие молодцы, и только мы знаем об этом. Я хочу, чтобы об этом узнали как можно больше людей, как можно больше ваших друзей, чтобы у вас действительно все получилось. Почетным гостем «Патриота» стал ветеран боевых действий в Сирии, гвардии майор, летчик-инженер Павел Андронов. На церемонии открытия ежегодных соревнований 6 муравленковцам, достигшим 14-летнего возраста, торжественно вручили российские паспорта. Итоги городского первенства «Патриот» подведут 13 марта. В этот день назовут команду победителя, а также лучших участников соревнований в личном первенстве. Они и представят Муравленко в окружном турнире по военно-прикладным видам спорта. Мы готовились каждый день практически. На каникулах приходили, на выход. Получалось не с первого раза все, но мы все выполнили. Мы собираемся выиграть этот «Патриот» и как бы хотим поехать на окружные соревнования. Наши журналисты следят за ходом соревнований. Подробности мы расскажем в наших следующих выпусках.